Привет, Барик. Вопрос поставь. Давай, давай. Разве урон на танке это объективная мера скилла? Конечно. Бывают моменты, когда ради победы ты жертвуешь собой. Угу. Потому что пив умеет только стоять и афека. Угу. И так получается, что побед больше. А урона не 4500, а 3500 предположим. Как вообще меряют скилл игроков? Объясняю. Урон полностью, вот смотри, от твоего урона полностью зависит твой винрейт. Если ты играешь на 5к среднего, на 10, значит винка у тебя будет около 70%, потому что ты на нем, на этих, ну, ты в каждом бою убиваешь практически два танка фуловых, понимаешь, да? А вот эти ситуации, про которые ты сказал, это ситуация, это исключение. И если ты сыграешь все равно на урон в том бою, то у тебя все равно будет вероятность то, что ты тот бой выиграешь, как ни крути, если ты просто отыграешь на то, чтобы дать по максимуму даги. Вот, поэтому общий результат все равно и общий скилл зависит от твоего среднего урона. Потому что средний урон — это то, сколько ты приносишь КПД в бою. То есть твой коэффициент полезного действия в бою — это твой урон. И твой ассист, да? То есть сколько ты урона даешь в среднем, такой у тебя примерно винрейт и будет. Если ты даешь 4К, то у тебя винка будет 60+. Если ты даешь 5К, у тебя будет винка 70+. Если ты даешь 3К, то у тебя винка там будет 54, 55, 56, не знаю, там плюс-минус, смотря на каком танке. Поэтому урон полностью влияет на, это, на эти все показатели. А то, что ты говоришь, там, что в каком-то бою ты там поехал, помог там какому-то челу, из-за этого ты там умер, эти бои происходят не каждый раз. Это один из 10, один из 20, один из 30. Это исключение из правил. Поэтому все фапают на урон. Почему все фапают на урон? Ну, потому что вот так. Раньше фапали на винрейт, а теперь фапают на урон. Поменялись приоритеты. Такие вот дела. Странно, Барик, у меня средний урон по аккаунту 2300, винка 58. Ну так это средний урон по аккаунту. Средний урон по аккаунту на какой технике? Это же будет, может быть, урон на 6 уровнях, там у тебя 1500, у тебя винка за счет этого будет высокая. Или на 5 уровнях, или на 4, или на 7. Надо смотреть по технике, по левелам. Я про десятки говорил сейчас. Можно же в песке, блядь, надрачивать винрейт спокойно. Хотите поднять винрейт, идите в песок. В песке играть намного легче. 5 уровни, 6 уровни. Вот это максимум. Дальше уже не надо.